укрепление взаимодействия в сфере экологии. Добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов – наводнения, засухи, пожары, загрязнения воды и почвы. В этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды. Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах. Установить партнерские связи ШОС с программой ООН по окружающей среде. Разработать соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Принять программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Все эти мероприятия предлагаем продвигать под эгидой года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня декларации.